Модель образа Якутска будущего впервые создадут в ходе форсайт флота по линии, который продлится 3 дня. Заявка на проведение этого события была подана еще в ноябре прошлого года, а в начале этого на точке кипения в Москве команда Якутии заняла 1-е место и благодаря успешному выступлению получила право проведения форсайт флота в Якутске. Участники сессии – это председатель правительства Якутии Евгений Чекин, глава города Якутска Айсен Николаев и приглашенные специалисты. Они постараются спрогнозировать будущее и попытаются уловить критические моменты и создать сценарий развития событий. Теплоход нужен только для того, чтобы сделать капсульность. Чтобы условно представитель правительства, мэр города, мог вместе с IT-компаниями, с институтами развития за 3 дня договориться об образе будущего и когда выйдут с корабля, уже начать действовать. То есть притягивать это будущее. То есть форсайт-флот говорит о том, что, метод форсайта говорит о том, что будущее моделируемо. То есть как мы его представим и что мы будем предпринимать, такое оно будет.